В футбольном манеже на улице Октябрьской необычное занятие. В роли тренера бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион России в составе столичного «Локомотива» нападающий Дмитрий Сычев. Давай на старт. Внимание. Поехали. Давай, давай, давай. Аккуратно, да. Обыгрывай. В Ульяновск именитый футболист не случайно заехал именно 25 января. Татьянин день в регионе стартует год студенческого спорта. Мастер-класс именитого футболиста – первое спортивное мероприятие в его рамках. Мои студенческие годы были в футболе без остановки, поэтому сейчас прикоснуться к студенчеству только в другом качестве будет, конечно, хорошо, потому что я стремлюсь участвовать как можно в больших мероприятиях таким образом. Потому что подрастающее поколение – это залог здоровой нации нашей страны. Из футбольного манежа с искусственной травой на искусственный лед ледового ФОКа «Лидер». Отработав мастер-класс, Дмитрий Сычев принял участие в товарищеском матче по хоккею. Клюшки в нем скрестили сборные правительства Ульяновской области и команда Пенсионного фонда Татарстана. Сычев сыграл за хозяев в игровом свитере с номером 45. Давно уже играем в хоккей, уже много футболистов после окончания карьеры. И Роман Широков, и Владимир Бесчастный, Быстров со Шаевым. Все играют в хоккей, потому что интересно. Драйв, интерес, борьба. На льду лидера Сычев сразу взял на себя роль лидера первой пятерки, который доминировал на старте матча. Счет открыл сам форвард. Чуть позже с его передачи ульяновцы упрочили преимущество, а к середине поединка вели с комфортной форой в две шайбы. Я посмотрел, Дмитрий Сычев великолепно играет. Я прям удивился. Он очень филигранно владеет. То есть у него есть практика хорошая. Очень удивлен. Видно, что человек поддерживает себя в форме. Занимается не только футболом, но и хоккеем. И понимает игру как бы. Говорит о том, что командный вид спорта они объединяют. Впрочем, портить настроение гостям хозяева не стали. В итоге матч завершился боевой ничьей 6-6. Вполне себе приемлемо для старта года студенческого спорта в Ульяновской области. В его рамках Ульяновск в июле примет 8-ю летнюю всероссийскую универсиаду. В нашем регионе будут соревноваться боксеры, тэквондисты, шахматисты, ориентировщики, борцы и бадминтонисты. Именно этот год мы делаем акцент на развитие студенческого спорта на территории Ульяновской области. Мы планируем создание целого ряда спортивных клубов по видам спорта для участия в региональных, всероссийских соревнованиях. Потому что весь залог успеха сейчас находится именно в студенческой среде. Там очень большое количество молодежи, которые занимаются спортом, физкультурой, и мы должны их поддержать. А Дмитрий Сычев стал первым послом года студенческого спорта в Ульяновской области. Кроме него, планируется, что этот же статус получит двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог, известный телекомментатор Георгий Черданцев, олимпийские чемпионы баскетболистка Ирина Сумникова и тэквондист Максим Храмцов. Их визиты в Ульяновск состоятся в ближайшее время. Михаил Саша. Новости Правда ТВ.